У президента и премьера сегодня был очень насыщенный день. Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Завершить его решили на рыбалке в Великом Новгороде. Рыбу ловить будут на озере Ильмень. Там уже на катере плавает Александр Юношев. Саша, так, я точно знаю, что Саша меня слышит, по крайней мере, да? Ага. А, Саш, подожди, сначала давай выясним, все-таки Ильмень или Ильмень. Я тут консультировалась с местными жителями, они и так мне говорят. Вот я консультировался тоже с жителями Санкт-Петербурга, они говорят, ну ладно, я могу вам сказать. Почему Ильмень? Ну, наверное, нет. Но есть версия, что это озеро немножко запилено, и особо может быть Ил, но все-таки большинство жителей государства. Это озеро Ильмень, так, по крайней мере, называл его губернатор региона. Но я думаю, это озеро для них парит, а не да, а тем, кто видит супер-хотики, которые три раза. Вот сейчас, если на этом озере, вот есть чар, вся рыба, и до сих пор рыбу ловят сетками, то есть так, ее не... Два корабля, два. Стороны лодки, вы можете наблюдать, прошу нашего оператора, идут по огромному озеру и на расстоянии метров 200 друг от друга и держат сеть, такой невод, как рыба. И вот после насыщенного дня года, медведи, а так в Городской области, они на приземлились здесь, в озеро на непитаемом острове, после чего решили поклониться на катере и постучались с рыбаками. Вот вы видите, сейчас президент Российской Федерации решил подняться на борт одного из этих вот судов, на котором рыбаки ловят рыбу, и понаблюдать за уловом. Вот сейчас как раз Путин внимательно смотрит, как же они тянут невод и смотрит такой улов. Ну вот, я думаю, что, конечно же, закончится вся эта прогулка с приготовлением какой-нибудь ушки, Регина. Да, Саш, тебе спасибо, ну а мы продолжаем.